Я готов подарить вам 2 билета на концерт мировой звезды Димаш Кудайбергена. Всем привет! Многие спрашивали, иду ли я на концерт Димаша Кудайбергена 4 апреля. Конечно же, а как иначе? Действительно, шоу «Арнау Тур» покоряет города, страны, а здесь, собственно, шоу в 2 километрах от дома. На мой взгляд, это действительно настоящее счастье попасть на такой концерт. Кроме того, я не только схожу на концерт, но еще специально для вас, для этого канала, разберу детально каждую песню и все нюансы, все самые яркие моменты, которые будут на концерте. Купил я 3 билета, вы можете сказать, мол, что тут хвастаюсь, да? Знаете, человек, я щедрый, я готов подарить 2 из них кому-то из вас, своему любимому подписчику. Как только наберется нас 100 тысяч на этом канале, обязательно проведу розыгрыш. До концерта остается примерно 2,5 месяца, а до 100 тысяч подписчиков 17 тысяч. На мой взгляд, знаете, это не так-то сложно, потому что смотрит 65% людей без подписки. По сути, вам ничего не стоит, и мы запустим розыгрыш билетов. Победителя определю из всех 100 тысяч подписчиков, он получит 2 билета. Опять-таки, с этим человеком я готов сделать интервью здесь, в этой студии. В случае же, если, к примеру, человек не из Минска, быть может, очень далеко, в Японии или в Соединенных Штатах, на мой взгляд, будет честно выслать компенсацию денежную за эти билеты, чтобы человек в другие дни, да, в другие месяцы смог попасть на концерт Димаша Кудайбергена где-то поближе. Что касательно, как купить билеты в Минске, все очень просто. Есть несколько вариантов, а именно электронные. Если у вас деньги, собственно, на телефоне, на карточке, вы можете купить билеты на сайтах квитки.бай, либо же ticketpro.бай. Я же лично ходил к организатору, именно в Дворец Республики. Там есть кассы, и, собственно, находится это место в самом центре Минска, возле метро «Октябрьская». Я напомню, впереди у Димаша 11 концертов, первый из них в российском Краснодаре. Также будут шоу уникального артиста из Казахстана в Латвии, Украине, Чехии, Германии, конечно же, в Беларуси. В Минске почти все билеты проданы, ну, примерно 80%. Но учитывая тот факт, что до концерта 2,5 месяца, я просто уверен, что явно будет полный аншлаг, зал будет битком. Огромное спасибо, что со мной на канале. Здесь и дальше масса новостей из мира шоу-бизнеса. Конечно же, о жизни, о творчестве Димаша Кудайбергена. Подписавшись на канал, нам с вами будет не только интересно, но еще, так сказать, и выгодно, да, у вас появляется возможность выиграть билеты на концерт. Нажимайте прямо сейчас на кнопочку «Подписаться», и вот-вот мы начнем розыгрыш. Счастья вам, успехов, любви и только шикарного настроения! До встречи